Так, ребятишки, не устану повторять, что футбол – это фарт. Не будет фарта – не будет футбола. Не будет. Поэтому состав на сегодняшнюю игру будем определять по фартовости. Вот так. Опа. Так, Шев, а ну подойди сюда. Ага. Проверим тебя. Ну ладно. Что, партейку? Опять покер, что ли? Ну, смелее. Ну, так вы ж проиграете. Ну, если проиграю, значит у тебя сегодня больше фарта. Выйдешь на поле, по-любому забьешь. Давай. Ладно, ну только одну. Да давай, на больше времени нет. О, ага. Делится он. А, у меня две пары. А у меня стрит. Все, я фартовый. Так, как это так? А ну, подожди. Все, я пошел. Стоп. Сядь, я тебе сказал. Андрей, давай еще одну. Ну, началось. Вот так, сейчас проверим. Да может не надо. Так, давай, фарт надо подкрепить. А, фулл хаус. Ага. Так у меня это каре восьмерок. Да что ты будешь? Ну, так, ой. Ой. Вот так-то у вас крепкая голова. Хорошо. Так, один раз случайность, ну, два совпадения, три закономерность. Угу. Давай крайне. Да не надо, Олег Владимирович. Надо. Давай ставлю еще часы сверху. Вот так. А Мельченко еще дарил. Прикольные. Ха-ха-ха! Каре восьмерок! А? Погляди! Так это... А? Как, заломал эти руки? У меня стрит-флэш. Да что ты ну будешь? Так вот. Так а ну теперь одевайся, чтоб глаза мои тебя не видели. Так а часы? Оп. Бегом, говорю! Понял. Шулера, а не футболист.